В Вильнюсе снесли памятник Пушкину. Вот такая вот ненависть была ко всему русскому. Я подумал, почему? Во-первых, видимо, потому что великий русский поэт писал не на литовском языке, а на оккупационном русском. Во-вторых, вот это самое главное. Я думаю, что я правильную нашел разгадку. В своем стихотворении «Клеветникам России» Пушкин прямо задает вопрос. Что взволновало вас? Волнение Литвы? И тут же пренебрежительно отвечает: «Оставьте вечный спор славян между собою». Поэт оскорбил литовский народ, причислив его к славянам. Между тем, согласно утверждениям современных независимых литовских историков, литовцы и римляне – один и тот же народ. Многие литовцы сегодня утверждают, что и первый человек на Земле тоже был литовцем. Его звали Адамкус.